количество собачьих упряжек ненароком подумаешь, что оказался в Скандинавии или Канаде, ведь именно эти страны популяризировали скиджоринг. На самом деле я гуляю по трассам лыжного стадиона Тирва, где уже не в первый раз проходят соревнования по ездовому спорту. Итак, скиджоринг. Вместо серого асфальта – белоснежные трассы. В Кировске прошли соревнования по скиджорингу. Мягкая шлейка и тряпочные тапочки. Что нужно лыжнику и собаке для комфортного катания? Проведем эксперимент и прокатимся за снегоходом. 40 спортсменов, еще больше собак приехали к нам из разных уголков страны для того, чтобы прокатиться на свежевыпавшем снегу. Оказывается, Мурманская область одна из немногих может похвастать сугробами выше человеческого роста. Именно поэтому у нас проводятся соревнования по ездовому спорту. По команде разгоряченные еще до старта собаки с лаем срываются на трассу. Дисциплин традиционно две – скиджоринг и буксировка нарт с разным количеством собак в упряжке и на различные дистанции. Великолепно. Очень нравится, очень здорово, красиво и здорово, что они везде, куда бы ни посмотришь, везде можно видеть горы. Гости Кировска, которые привыкли гонять по равнинам, в восторге от трасс Тирваса. И подготовлены хороши, и широкие, и рельефные. Говорят, Хибины – это место, где зимой можно покататься на всем. Тирвас очень хороший, мы знаем эту гостиницу и базу. И дети у нас сюда приезжают отдыхать. И вот Полярно-Альпийский ботанический сад, я даже не знаю, может ли Мурманск похвастаться таким количеством спортивных объектов. Ну вот разве что манеж вам еще построить, легкоатлетический, тогда можете принимать Олимпиаду следующую. Трасса шикарная, то есть мечтать только можно. Я думаю, что спортсмены, которые из центральных регионов, они о такой трассе только мечтают. Здесь можно отработать. Все, ну то есть показать, на что ты вообще готов, к чему готов. То есть и горы, и спуски, и, скажем, скоростные участки, то есть все отлично. Такая трасса заставляет полностью выложиться не только собак, но и людей. Очень часто приходится работать ногами, но без помощи своих питомцев к победе не приехать. Каюру часто называют 7-й, 5-й, 6-й, 8-й собакой, там 9-й, потому что мы тоже работаем. Мы бегаем в горки, в подъемы, то есть, чтобы собачкам было полегче. Да, бежала. Тяжело. У нас просто нет такого рельефа, как у вас. Здесь получается очень интересно, но одновременно с тем, что интересно, еще и сложно очень. Потому что не привыкшие бегать в гору так много. На трассе встретились как начинающие спортсмены, так и опытные гонщики, победители и призеры самых представительных соревнований. Сегодня тяжело бежалось. Сильный встречный ветер, переметенка. Вот, да и самочувствие после вчерашней гонки тяжелое. Но с удовольствием? Конечно, с удовольствием. На каждый старт выходим с удовольствием. Этот праздник спорта и хорошего настроения организовали Федерация ездового спорта, региональный спорткомитет и администрация Кировска. Конечно, при поддержке местных компаний, таких как телесеть и «Снежная деревня». И традиционно они прошли на высоком уровне, оставив о себе массу положительных эмоций. Что нужно для того, чтобы заниматься этим видом спорта? Ну, для начала, наверное, быть немного авантюристом и иметь тягу к экстремальному спорту. Ведь просто дух захватывает, когда несешься с горки на приличной скорости. Но не стоит забывать и о безопасности, как своей, так и своего питомца. Молоденькие собаки при виде шлейки виляют хвостом и повизгивают от предвкушения предстоящей прогулки. У более опытных гонщиц энтузиазма поменьше. Побегаем? А? Вася вы ее называете? Вася, да. Васенька. И все же отвертеться не получится. Шлейка – неотъемлемый атрибут в экипировке гончих собак. Вот это шлейка, на которую уже крепится потяг и сам спортсмен. Тихо, девочка, давай лапу. Но она должна нигде не тереть, во-первых, да? Она должна быть для нее удобной, нигде, чтобы не передавливала. И, конечно, она должна быть из материала, да, не кожи. И пояс на мне. Ну, пояс, типа пояс, трусы. Ну и, конечно же, лыжи. Обязательно беговые и хорошо смазанные. Использовать горные с металлическим кантом запрещено. Слишком велика вероятность получить травму. Специальная обувь есть и у собак. Если собака, скажем так, домашнего содержания, да, и у нее подушечки мягкие, то на жесткой трассе ледяные, когда курочки возникают, одевают в основном тапочки, это вот такого рода мешочки, скажем так, они просто застегиваются на лапки у собаки. Но к этому тоже надо приучать собачек с детства, потому что если вы собачке там в 5 лет оденете такой тапочек, она будет полдороги пытаться его снять. Вот. А так собаки, конечно, когда бегут по жесткой трассе, они стирают эти тапочки просто сразу, и это, можно сказать, одноразовая обувь. В такой экипировке будет комфортно всем, и вы получите огромное удовольствие как от обычной прогулки, так и от гонок на время. В России скиджоринг напрямую ассоциируется с лыжами и собаками. Однако в других странах катаются за всем, что движется. Например, машина, мотоцикл. Ну а поскольку мы живем на севере, то мы поедем за снегоходом. Юля, вам когда-нибудь доводилось испытывать такой вид езды? Нет, не доводилось. Это будет впервые? Да, это будет впервые. Боитесь, нет? Нет. Хорошо, что нам для этого понадобится? Я смотрю, вы одели горные лыжи. Да, скорость большая. Честно говоря, страшновато на беговых лыжах. Все-таки вылететь из колеи, скажем так, и поломать ноги не очень хочется. В горных лыжах больше фиксируется нога. Есть возможность закантоваться. Ну что, поедем? Попробуем. Вот оно, связующее звено. Ну что, я желаю вам удачи. Давайте не очень быстро. Поехали. Слушайте, ну прям как в крутом фильме. Только у нас здесь все по-настоящему, без каскадеров и спецэффектов. И ведь не скажешь, что человек впервые несется за снегоходом на скорости 40 км в час. Да, Джеймс Бонд нервно курит в сторонке. Ну что, как впечатление? Рассказываю, пока свежо. Круто. Понравилось? Прикольно, да. Напоминает немножко, наверное, когда на ватрушке катаешься по воде. Вот, знаете, на ваших ватрушках тоже такое ощущение, что на поворот тебя выбрасывают немножко. Поэтому надо, да, так это. Но все-таки вот этого взаимодействия, которое было с собакой, здесь, наверное, нет такого, да? Здесь чисто удовольствие катаешься и смотришь на то, чтобы не упасть. Когда начинаешь работать с собакой в скиджоринге, в упряжках, просто в док-трекинге, у тебя идет именно общение с собакой. То есть от этого получаешь удовольствие. А уже как это, каким образом передается, это уже вторично. Поэтому, да, снегоход-то здорово, но собака, она живая, у нее своя голова, она думает, поэтому... Но ты огромная молодец, справилась с нашим экспериментом. Ну а на этом у меня все. Смотрите в следующем выпуске. И такие эксперименты не повторяйте. Знакомимся с тюбингом, исследуем местные склоны, ищем лучшие горки. От автомобильной камеры до суперновомодного тюбинга. Какая ватрушка самая надежная? Ну, конечно же, эксперимент. Устроим надувным санкам тест-драйв. Увидимся на следующей неделе. Живите ярко, выбирайте спорт.